Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. Индия хочет приобрести у России лицензию на производство сверхмощных противотанковых снарядов. На заводах Индии происходит наладка производства бронебойных снарядов по российским образцам, которые предназначены для использования танками Т-72 и Т-90. Данную информацию сообщает издание Indian Defense. В соответствии с концепцией Made in India, Дели планирует развернуть производство 125-миллиметровых танковых снарядов повышенной мощности для российских танков, составляющих основную часть парка боевых машин индийской армии. Вооруженные силы Индии планируют получить около 85 тысяч танковых снарядов от местных производителей. По информации источника, в распоряжении Индии находится около 2800 танков российского образца. Издание сообщает, что в ноябре 2019 года стало известно о наличии контракта на сборку заводами Индии 464 танков Т-90С в течение 4 лет. Сумма заключенной сделки составляет 3,1 миллиарда долларов. При этом в Индии будут разрабатываться панорамные прицелы, системы управления огнем и динамическая защита. Поставкой двигателей и трансмиссий для будущих танков будет заниматься российский Уралвагонзавод. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.